Привет, ребята, с вами снова проверка реальности. Миллион — это довольно большое число. Настолько большое, что его очень сложно представить. Взгляните на это фото последнего протеста в Египте на площади Тахрир, города Каира. Здесь как минимум 500 000 человек, а может и больше. Возможно, легче представить себе 1 000 000 благодаря этой анимации. Да-да, 1 000 000 — это очень много точек. Однако, в тот самый момент, пока вы смотрите это видео, в 5 раз больше человек играют в Лигу Легенд. У этой игры самая большая аудитория в мире, просто невероятно огромная. Ежедневно 12 миллионов человек играют в Лигу Легенд. 70 миллионов человек зарегистрировано по миру, и в целом насчитывается более 1 000 000 000 игровых часов каждый месяц. Все это поднимает один очень необычный вопрос. Что случится, если все игроки в LoL одновременно щелкнут мышью? Итак, в первую очередь нам необходимо понять, сколько энергии производит один щелчок мыши. К счастью для нас, одни талантливые ученые из Японии уже вычислили, сколько калорий сжигается за один щелчок мышью. Принимая во внимание средний уровень АТФ, необходимый для передвижения 1 грамма мышц, а АТФ, между прочим, отвечает за обмен энергии в клетках нашего организма, они вычислили, что сокращение мышц среднестатистического указательного пальца, содержащего около 11,7 граммов мышц, сжигает около 1,42 калорий. Казалось бы, это довольно много для такого простого движения, но не забывайте, что мы говорим о научных калориях, или тепловых калориях, где одна такая калория на самом деле составляет всего 1/1000 килокалории, то есть пищевой калории. Назад к вопросу. Если все 5 миллионов игроков в Лигу Легенд прямо сейчас щелкнут 1 раз мышью, сколько реально энергии это высвободит? 1,42 умножаем на 5 миллионов и получаем 7,1 миллиона тепловых калорий, или 7100 пищевых калорий. К нашему удобству известно, что 1 килокалория — это точное количество энергии, получаемое из 1 грамма всеми любимой единицы измерения. Таким образом, 5 миллионов кликов высвободят столько же энергии, сколько 7,1 килограмма этого вещества, что выглядит примерно так. Очень даже неплохо. Это всего лишь те, кто играет сейчас. Клик же 12 миллионов игроков, то есть среднее число игроков в LoL в день, будет равен взрыву 17 килограммов. Это 15, ну вы поняли. Ну а что если взять 70 миллионов игроков? Если все они одновременно щелкнут мышью, это будет взрыв 99,4 килограмма взрывчатки, то есть почти 100 килограммов. Но что если мы суммируем энергию, полученную от кликов всех игравших в Лигу Легенд, за месяц? Только представьте, что можно было бы взорвать. Пришло время для ДВМ. Итак, в отличие от того же StarCraft 2, в Лиге Легенд этот показатель обычно не измеряется, так как он не отражает качество игры игрока. Однако предположим, что среднее количество действий в минуту составляет около 100 щелчков мыши. Тогда выходит, что 8,46 килокалорий сжигается одним игроком за час. А это 8,6 миллиардов граммов взрывчатки, или же 8,46 килотонн. У меня такого видео нет. Но если мы удвоим полученное число, включив количество щелчков мыши в LoL за 2 месяца, количество высвобожденной энергии будет как при взрыве атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 года. Подумать только, 2 месяца кастования позиционирования ласт-хита по всему миру равняется атомной бомбе. Хорошо, пока достаточно сравнения энергии. Как насчет другой LoL-математики? Я совершенно не осуждаю тех, кто много играет в LoL. Это чудесная игра и замечательный вид спорта. Но чего еще можно достичь за миллиарды часов потраченного времени? Великую пирамиду Гизы. По различным данным, приблизительное время постройки этого чуда света варьируется. Но согласно лучшему из найденных мной исследований, 13 200 людям понадобилось 10 лет для того, что равно примерно 881 миллиону часов рабского труда. Так что да, всего за 1 месяц сегодняшнее комьюнити Лиги Легенд смогло бы построить еще одну пирамиду. Причем используя те же методы постройки. А теперь давайте рассмотрим эти миллиарды в общем и целом. Миллиард часов равен 115 714 годам. Так что если мы возьмем как среднюю продолжительность жизни в Англии 80 лет, получится, что 1446 жизней тратится на игру в Лигу Легенд ежемесячно. И еще чуть-чуть подсчетов. Предупреждаю, это может быть немного неприятно.
Популярный чемпион Тимо умирает 6,5 миллионов раз за день, что означает 75 смертей в секунду. В то же время Вторая мировая война, насчитывающая наибольшее количество погибших по сравнению с другими катастрофами, унесла от 42 до 70 миллионов жизней. Таким образом, если мы возьмем наибольшее число смертей, Тимо догонит его всего за 11 с лишним дней. Бедняга. Ладно, ребята, я надеюсь, вам понравился этот выпуск проверки реальности. Но что более важное, я очень хочу услышать ваше мнение. Так что если я допустил какую-то ошибку в подсчетах, или же у вас есть какое-либо удивительное сравнение данных, которого не было у меня, обязательно пишите об этом в комментариях. Итак, ребята, увидимся в следующем видео. Переведено и озвучено командой XDelayed специально для lolgame.ru. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.